когда нет времени долго стоять у плиты, а хочется приготовить что-нибудь сытное и вкусное на обед или ужин для всей семьи, сделайте вот такую аппетитную гречку по-царски, рекомендую отличный рецепт. В качестве мясной основы в данном случае можно использовать любое мясо, но лучше всего подойдет птица, курица или индейка. Например, варить крупу следует в посуде с толстым дном, а перед подачей оставить на полчасика, чтобы она хорошо настоялась. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Первым делом вымоем и обсушим куриное филе, очистим овощи. 2. На сковороду с разогретым маслом отправим измельченный лук. 3. А через 3-4 минуты – тертую морковь. 4. Пока обжариваются овощи, нарежем кусочками филе. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. И измельчим в блендере или мясорубке. 6. Параллельно промытую крупу зальем водой и поставим на огонь. 7. Виоложим на сковороду фарш и оставим обжариваться на среднем огне. Не забывайте помешивать в процессе. 8. Обязательно добавим соль и специи. 9. Гречка уже дошла до полуготовности. 10. Значит, можно виоложить фарш с овощами к крупе. 11. Перемешайте и томите на медленном огне под крышкой еще минут 7, после снимите с огня и пусть настаивается. 12. Примерно через полчасика гречку по-царски можно подавать к столу. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты. Крупа гречневая, 1 стакан. Вода, 2 стакана. Куриное филе, 300 грамм. Луковица, 1 штука. Морковь, 1 штука. Растительное масло, 1 столовая ложка. Соль и специи, по вкусу. Количество порций, 6-8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Надеюсь на скорую встречу на канале.